Всем привет! Сегодня у нас последняя видяшка по теме ответы на комментарии, которые были у меня там скоплены за несколько лет назад. Скопились. Я нашла свою треногу, но у нее должна быть такая подставочка специальная, чтобы когда-то цеплять свой телефон. И вот ее я пока еще не нашла. Так что пока что мне это все это самое в процессе. Целый месяц уже, получается, ее ищу. Ну, как ищу? Я не особо-то я ее ищу, потому что у меня куча других как бы дел, да, которые там занимаюсь. Помимо поиска треноги. И это самое, если есть минутка, то я там здесь что-то там переберу и пытаюсь что-нибудь найти. Вот нашла вот треногу саму, но только вот осталось вот эту вот насадку найти подходящую. Она так вот гнется, ее можно когда угодно там прицепить, она такая удобненькая. Вот я думаю, там надо монитором прицепить. Тогда, получается, я буду, ну, как бы смотреть конкретно уже в камеру. То есть так-то я смотрю, получается, в монитор, да, и вы видите только половину моего лица. Ну, какого? Не в, вот так вот, не прямая речь, получается, а немножко как бы в сторону. Это я читала, что это не очень хорошо для публики. Вот. Поэтому да, сегодня еще пока что потерпите, а в следующий раз, возможно, я уже найду нужную мне треножку. Так, мы остановились, вот этот комментарий мы читали, остановились вот на этот комментарий. Поехали. Значит, тут осталось совсем чуть-чуть комментариев. Сегодня, думаю, мы закончим с этим делом. Итак, можно ли заниматься клинингом с планшета? Мне кажется, стилусом легче, чем мышкой. Если вам так кажется, конечно, делайте, потому что есть, я знаю, у нас учитель был. Я знаю, есть люди, да, в том числе мой учитель, как труд назывался, уже не помню. Ой, все уже, память того. Несколько лет назад отучилась, уже все, уже не помню имена учителей. Конец, короче, старость такая наступает, да. Маразм, этот там, деменция, как называется? Деменция, точно. Короче, он вообще мышкой это не пользуется. Он, когда включает компьютер, он сразу получает свой планшет, это графический, и рисует стилусом. То есть мышкой, он не рисует, в смысле, а вот вместо мышки он управляет стилусом. Все же происходит на компьютере, он все со стилусом делает. Так что если вы настолько привыкли делать стилусом, конечно, делайте со стилусом. Это, ну, это даже, мне кажется, будет даже удобнее по поводу именно в клине, потому что рисовать мышкой не так удобно, как ручкой, да, допустим. Нас, когда учат в школах рисовать, мы учим обычно вот кисточкой, ручкой, карандашом, это все как обычно. Мышка, она у нас не эргономичная. Не видно, да? Блин, давай так вот. Мышка, она не такая эргономичная, как вот стилусы. Есть мышки другие. Сейчас, секундочку, я принесу у меня. А, нет, я не принесу. Дох, принесу. Она это самая, она беспроводная. Сейчас, секундочку, подождите. Так, вот эта мышка, она вот так вот ее держишь и вот так вот ее базюкаешь и делаешь. А по идее, вот это положение руки, оно намного лучше, да, то есть это, она, возможно, не как, ну, рисовать, допустим, да, вот это вот пером или карандашом, это самое, все-таки нужно держать, другое нужно вот самое держать, ну, стилус удобнее, да, для рисования. Но вот эта мышка, она удобнее тем, что вот такое положение руки, она более естественное, чем вот это вот, да, как бы, когда вот так вот делаешь. Потому что в этом месте начинаются вот эти изгибы, вот так вот вверх-вниз под это самое делаешь. И очень многие люди, которые работают с компьютером долго, у них в запястьях начинаются проблемы, начинают суставы какое-то самое, ну, сухожилие, короче, болеть. У меня тоже такая проблема была. Я даже купила себе специально такой коврик с очень такой плотной подушкой. То есть коврики дешевенькие, там подушка буквально там через месяц, через два она уже проваливается и уже совсем не чувствуется. А здесь она толстая, такая плотная очень, и вот это, да. Ее, конечно, можно уже постирать, но не знаю, она грязная такая же. Ее нужно постирать, или даже новую купить, не знаю. Она тоже продавилась так довольно-таки сильно. Видно там провал такой. Она была ровненькая в этом месте. В общем, да. Но он до сих пор пока что выполняет еще свою функцию, эту самую. То есть мне рука, после того, как я ее приобрела, она уже больше не болит в этом месте. А вот этой мышкой, по идее, должно быть еще лучше. То есть вот так вот ты ее держишь, ты сама, то есть, ну, и у тебя вот так она, у нас она, получается, вот так вот крутится в разные стороны, и она не вот так выгибается. То есть, не, ну, блин, как сказать. Короче, когда вот так вот мы делаем руку, то это самое, так и сухожилие больше так натягивается, и это хуже становится. Вот. Кому удобнее с такими мышками, пожалуйста, только это как бы, чем эргономичнее инструмент, которым вы рисуете, пишете, тем лучше. Удобнее работать со стилусом, потому что стилус это еще круче на самом деле, потому что это более такое естественное, так сказать, положение руки, когда он, блин, я ложку взяла, а, давайте, ручку, карандаш, вот, карандаш. Со стилусом это будет еще лучше, потому что у вас, ну, как сказать, привычнее для человека. То есть мы ручку держим уже сколько там,
многие тысячи лет, наверное, уже человек держит ручку, и у нас эта рука к этому уже привыкла, как сказать, ну, как организм привык к этому положению руки. А вот мышка компьютерная, да, это она появилась буквально недавно, и у многих людей сейчас такие проблемы с ухожением. То есть должно пройти куча тысяч лет, наверное, да, чтобы у нас рука, так сказать, эволюционировала для такой обычной мышки. Либо же мы эволюционируем саму мышку, да. Вот это так у нас происходит. Ладно, так много всего об этом. Об одном только вопросе. Так, ему отвечает, мне тоже. Да, если вам удобно, конечно, берите стилус. Это сам, конечно, там можно делать. Следующий комментарий. Очень полезно, спасибо большое за уроки, сенсей. Сенсеем назвали, спасибо. Ой, муха летает. Так, ладно, дальше, поехали. Надеюсь, у тебя все будет хорошо. Это к чему? Вернусь к переводам к Ютубу. Когда я вернусь к переводам в Ютубу? Это было когда? 28 августа 2022 года. Я тогда уже родила. Ребенку было уже 8 месяцев, в принципе, да? Ну да. Ну, на самом деле, да, кое-как там было это, да. Ну ладно, забудем об этом. О том, что было в это время, в моем отсутствии. У вас очень полезный, интересный контент, но жаль, что мало актива, свободного времени. Удачи в личной жизни и со всеми насущными делами. Да, спасибо. Я-то самая рада, что мой контент кому-то интересен. А по поводу этой самой времени свободного. Ну, сейчас, да, чуть-чуть побольше становится, но я это сам, у меня уже такие планы. Завтра понедельник, я завтра начинаю там сайты уже делать. Буду пытаться подавать готовые сайты. Ну, попробую. У меня тут знакомая тоже есть. Она занималась, она выучилась на веб-дизайнера. Курсы прошла. Ой, это самое, специально тут. Сколько они длились, не курсы? Полгода, наверное, длились курсы. Или 8 месяцев, не помню точно. Короче, она уже это сама на веб-дизайнера сдала. И мы с ней будем делать готовые сайты какие-нибудь, да, попробуем их продать. Как бы, если это дело пойдет, то будем как-то дальше в этом деле развиваться. Если нет, то будем смотреть, какие там еще есть варианты, ну, как, так сказать, расширяться уже, получать заказы и так далее. На сей момент у меня этот самый, до сих пор есть женщина, которая физиотерапию открыла, я не помню, рассказывала про нее или не рассказывала. Сейчас, секундочку, сейчас найду ее. Вот даже тут она у меня есть. Экофизио называется. Екатерина ее зовут. Она русскоговорящая. Открыла свою физиотерапию в Германии. Вроде Вунстов. Вот. Это вот сайтик я и сделала. Ну, это такой, так, знаете, очень простенький сайт на это самое Google. Гугловский. То есть есть платформа у Google, где можно сделать бесплатно сайт свой. То есть там как бы и хостинг, и домен покупаешь. Домен там, если не покупаешь, то он будет называться там google.site/, и потом твое название. А если, ну, также можно купить домен в любом месте, да, и привязать его к этому, к гугловскому хостингу. Вот. Вот мы такой сайтик и сделали, такой простенький. У нее тут это самое, было там и открытие, там флайеры с этими, с листоками, флайеры с этими, с плакатами делала, и этот самый, какие-то различные курсы, допустим, на этих, на палках этих, скандинавская ходьба, потом еще какие-то, не помню уже. Короче, несколько таких вот мероприятий у нее было. Потом это сам поиск сотрудника тоже вот это вот все и сделала. То есть помимо вот этого, то, что на сайте выставлено, там еще был плакат, потом еще на нескольких различных сайтах по поиску работы там выставила объявление. Листовки такие, знаете, которые там с номером телефона, который нужно там, ну, так разрезать, да, и открываешь номер телефона. Курочка готова. Варягрили. Вот. Вот это вот я и сделала. Так, что я еще делала? А сейчас я ей делаю... Ох, а я сейчас покажу, похвастаюсь. Давайте через... Как это показать? На моменту. Сейчас, дальше работа. Экофизио. Кланктерапия называется. То есть она прошла курсы по... Как сказать, кланг, это у нас звуковая терапия. Знаешь, такие чаши музыкальные. А сейчас покажу, что я пока рассказываю, да, у меня же есть показать. В общем, мне нужна была брошюрка такая, трехстраничная такая. То есть вот это вот как бы одна страничка, потом как бы мы ее складываем. Это как бы задняя, это у нас как бы вкладыш вот внутрь это получается. И вот это как бы внутренняя сторона, если ее развернуть, то получается вот такая штука. Два варианта пока что сделала, она завтра будет все рассматривать, это сама утверждать. Картинки, конечно, вот эта картинка нормальная, а вот эти картинки, они там этот, в качестве не ахти, нужно будет тоже что-то делать, потому что, возможно, картинки поменяются. Дальше, что здесь у нас второй вариант, он примерно то же самое, как вот здесь чуть побольше текста, чуть это самое, ну, дизайн чуть-чуть другой, да. Цвета такие подобные, потому что подходят к ее сайту, то есть к ее вот этому логотипу. Логотип тоже, хотя бы, это
ну, то, что наполовину моя разработка. Мне, конечно, такой логотип не нравится, да, я думаю, я считаю, что он должен быть немножко другим. Там слишком много мелких деталей таких вот, да, вот эту штучку, допустим, вот эта вот маленькая такая, вот это вообще мне не нравится. Вот эти вот, кружочки маленькие, они типа должны обозначать какого в 5 стихий, то есть огонь, земля, железо, воздух и деревья. То есть вот это должно было обозначать. Но они такие маленькие, что это самое. Вот здесь еще было более-менее видно. А если там, допустим, она даже ручку мне подарила. Блин, она не здесь, эта ручка. Короче, на ручке, допустим, цвета, во-первых, они все белые. То есть сама ручка синенькая, а на ней цвета белые. Да где же эта ручка-то? Сейчас, секундочку, найду. Одну моменту. Вот, нашла я ручку. Вот это самое. Тут у нее логотип нарисован. Опа. Отзеркально, что ли, получилось, да? Ну, ладно. Короче, вот этот вот логотип, получилось, что он весь черный, этот, не черно-белый, а белый на фоне, получается, то есть двухцветный, то есть даже, можно сказать, одноцветный. То есть цвет фона и цвет, самого логотипа, да? А, в принципе, надписи нормально все видно, а вот сам вот этот логотип, там вот это вот все, допустим, вот это место, оно склеилось. Вот эти штучки, они все белые, и не очень понятно, что это такое, короче. Ну, короче, весь первоначальный смысл, как бы, вот на ручке он уже пропал, да, то есть на ручке написано, конечно, что это я это видел, но изначальная задумка, она пропадает в это самое, в этих вот 5 элементов. Вот. А, что я хотела еще сказать? А, я тут даже подготовила какой-то материал. Сейчас, секундочку, найду его, нет? Я, наверное, его не найду. Ладненько. Короче, я хотела тоже сделать отдельно потом видео по поводу логотипов, какой логотип считается хорошим, какой нехороший. У меня даже есть несколько, я скопила себе несколько примеров, допустим, несколько чеков я сохранила. Потом нашла такую печеньку, такую маленькую печеньку, это Лябинс, это печенечка. И вот на ней тоже надпись какая-то есть, то есть, хороший логотип должен, для чего это дело, печеньку сохранила, потому что хороший логотип должен хорошо выглядеть даже на печеньке. Вот это вот, очень важный критерий для хорошего логотипа, да, а вот такие вот всякие, где куча мелких деталей, где это какие-то острые уголочки, какие-то маленькие тоненькие полосочки, это все с одной стороны, это может быть симпатично казаться, но это не функционально. То есть дизайн, это должен быть не только красиво, он должен быть, в первую очередь, надо быть больше функциональным, чем красивый. То есть в первую очередь функция, и потом к ней уже уйдет украшение, вот так вот, по идее. И тут, конечно, мнения сильно расходятся, да, некоторые дизайнеры считают, что главное это внешний вид, потому что, функция внешняя, получается, если вы сделаете красивый внешний вид, то функция получается продажа. То есть, если клиент покупает этот товар, да, то получается, что он выполняет свою функцию. То есть дизайн выполнил свою функцию. Но все-таки есть такие нюансы, что не только красота должна быть важной. Допустим, есть игрушки. Сейчас я сбегаю тут. Сейчас, секунду. Допустим, вот эта кружка. Это детская кружечка. Во-первых, дизайн тут вообще ужасный. Во-первых, тут была лягушка нарисована. Вы что-нибудь видите от этой лягушки? Только чуть-чуть какая-то полоса, как будто просто грязь какая-то. С этой, с другой стороны, это самое. Такая просто как будто что-то грязное. На самом деле, тут была просто рисунок лягушки, он уже стерся после нескольких этих мытьев. После домойки. Вот. То есть, принт не продуман. Качество принта было не продумано. Во-вторых, сама вот эта вот ручечка, она трындец какая неэргономичная. Взрослый человек еще может ее взять и сам попить. Но это крышка детская, с детским рисунком она была, да? То есть, ребеночек, который только-только начинает учиться, пить из стакана, ему нужно все вот так вот захватить. То есть не один вот так вот пальчик, а вот все лучше захватить. И вот это самое, где эргономичность для руки ребенка? Ее нету. Вот. В принципе, сама форма остальная нормальная, да, там это самое. Здесь, конечно, не очень хорошо обработаны края, но это такие, знаете, мелочи жизни, так сказать. Вот, и поэтому, да, это что касается вот красоты кружки. В принципе, она интересно задумана, да, такая зелененькая, после лягушечка какой-то, тут какая-то маленькая симпатичная ручечка такая, как будто бы ушко от лягушки, не знаю, о чем я думаю, возможно, так оно и есть. Это маленькая симпатичная ручечка, но по функционалу это тренец как неудобно. Еще я видела, кружки, там не только одна девушка делает, это несколько девушек, мастера такие делают кружки. В общем, обычная кружка фарфоровая, на нее налепляют какую-нибудь куклу,
из полимерной глины налепляют какой-то рисунок, там, куклу, цветочек, какой-нибудь там, как его называют, цыпленка, еще что-нибудь такое. То есть, получается, 3D такая картинка получается. И, в принципе, это выглядит очень красиво, но это уже по дизайну, это не хорошо, потому что туда будет, в эти самые щелочки, будет скапливаться всякая грязь. И это мыть 3D как неудобно. То есть, это надо будет вам, не знаю, даже чем выковыривать, там бывают такие щелочки, что там, ну, вообще, очень прям сложно выковырить, ни зубочисткой не выковырить, никакой не забывай щеткой, ничего вам не поможет. То есть, там грязь-то будет там вот скопиться и копиться, получается. Вот. Так-то сама по себе эта кружка красивая, да, но это не дизайнерская кружка. Дизайнерская кружка это, ну вот, к примеру, вот это дизайнерская кружка считается, потому что она как бы удобно ее держать, она красивая, и нет никаких таких как бы изъянов, где это самое, где она как бы теряет свою функциональность. Единственное, что мне тут не понравилось, это самое, этот принт не очень хорошего качества, потому что, ну как хорошего качества? Она уже, сколько она у меня уже? Где-то год, наверное, эта кружка. И вот я, конечно, больше вручную мою, чем в этой посудомойке. Но все равно здесь вот чуть-чуть видно, что это самое, что потрескался этот принт от короны. То самое. Ну, то есть, как бы, принт можно было чуть получше сделать. Но, в принципе, сойдет. Такая кружка стоила 16, по-моему, евро на этом, на Алиэкспрессе я купила. То есть, вот это вот считается дизайнерская кружка, потому что она и красивая, и функциональна одновременно. То есть, нету изъянов в функционале тоже. Вот. Это я же чему вообще говорила, я уже забыла. А, то, что там эти логотипы, та-да-бам. Ладно, давайте продолжим с комментариями. Что-то мы ушли в какую-то другую дебрь. Это я хотела как бы отдельный такой ролик записать, где бы я объясняла, что такое хороший дизайн логотипа и что такое... ну, какие принципы есть у хороших логотипов, как, по какому принципу можно определить хороший логотип и плохой. Вот. Ладно, поехали дальше. Мы сейчас не этим занимаемся. Мы сейчас отвечаем на комментарии. Итак, вот этот комментарий. Спасибо, пожалуйста. Да, семейная жизнь, она такая. Дела не заканчиваются, а прибавляются. Да, это 100%. Спасибо за понимание. Ой, Дарья, вы очень сильная девушка, вы очень много помогли начинающим клинерам, тайперам и так далее. Вы большая молодец, удачи вам. Спасибо большое за поддержку вашу. Спасибо за такое объемное видео. О, это что? Переводы, адаптация имен в художественных текстах. Ага. По поводу написания и восприятия немцами иностранных имен сразу вспоминается забавный момент из одного польского фильма, где герой представляется немецкому офицеру, исполняющему документы. Именем Гжегош Бженчишкевич. Даже по-русски это сложно выговорить. А немцы это реально то самое, они такой хрен выговорят. А касательно имен британских королей, и не только британских, я, как человек, учившийся на истфаке, могу сказать, что все просто привыкли, и никому даже в голову не приходит записывать эти имена иначе. Да и страшно представить, сколько старых книг и исторических трудов придется править и переиздавать, и сколько так и окажется со старыми вариантами. Насчет сказ, ну вот это самое, насчет этих старых вариантов, да, это, я тоже об этом думала, что нужно будет переиздать все учебники, получается. Нужно переиздать? Ну да, нужно будет делать новое издание всех учебников по истории для вот, ну, всех классов, получается, да, там, какие классы там все самое изучают, эти личности, те все и переделать. А остальная, как бы, литература, в принципе, может остаться и такой, какая она есть. То есть, как бы, только какие-то учебные издания нужно будет переиздать, а остальная пускай остается как есть, потому что она, как получается, ну, как бы сказать, то, что, мол, до, там, 2025 года у нас считалось вот так вот, а 2025 года нововведение, там реформа какая-то типа произошла, да, и вот после этой реформы мы пишем уже имена вот так и так. Ну вот да, этим никто не заняться не хочет, потому что страшно, видимо, да, и страшно представить, да, сколько старых книг и исторических трудов придется править и пересдавать, и сколько кажется со старыми вариантами, да. Насчет сказок, многие сказки все-таки действительно народные, а не адаптации. И тот же Пушкин писал своих 7 богатырей, к примеру, именно с русских сказок, которые слышал сам, а не адаптировал иностранный рассказ. Возможно, просто получается... Ну-ка, давайте начинаем. Просто многие сказки имеют общие корни и существуют настолько давно, что встречаются у множества народов в самых разных вариациях, но с одной основной историей. Ну, возможно, так оно и есть. Я так говорила, что, мол, Пушкин переводил как бы сказки, но, возможно, это он и правда адаптировал, ну, как бы пытался пересказать русскую народную как бы сказку. Там, допустим, про сказка про рыбака и рыбку, там надо реально, наверное, быть каким-то этим вот знатоком этого вот как бы всей этой фольклора вот этого, да, причем не только русского, но и других иностранцев, и иностранных фольклоров, и найти как бы какую-то связь, типа найти начало, это самое, когда придумали эту самую историю, да. Прикол, конечно, что это самое, что сказка о рыбаке и рыбке, как бы она до сих пор как бы считается актуальной, да,
И она вот настолько древняя, что это и немцы как бы считают, что это их сказка, и русские считают, что это их сказка. Руссконародная, немецконародная, да, как так? А смысл в них один и тот же. Вот. И кто авторы, тоже непонятно. Вот это было бы, конечно, интересно, как это все на самом деле произошло, откуда она появилась такая сказка. Вот. Я тут недавно с сыном ездила в это самое, как называется, город Гамель. По-русски он Гамель, вот тоже опять-таки по поводу этого адаптации и названий. Он по-немецки называется Хамель, просто, ну, какой Хэ, Хамель. А на немецком мы говорим Гамель, то есть этот самый, как его звали, Мышелов из Гамеля. Братья Гримм тоже, это сказка про этого Мышелова, она имеет исторические корни. То есть в каком-то там 700, в каком-то там году, по-моему, был какой-то случай, где было сказано, что дети Хамельна ушли с неким человеком в красивых одеяниях. Вот это. То есть была такая запись. Реально была такая запись. Потом в 1000... Опять-таки... Блин, я не помню. Я там была... Я, короче, это все изучала буквально вот недавно. Вот летом это мы с ним ездили тогда, перед этим поездкой. Я все это изучила, чтобы, типа, похвастаться ребенку своими знаниями. Сейчас уже все вылетело с головы. Короче, там была, как сказать, реестр, городской реестр, типа, такого какого. И там была записана такая запись, что столько-то детей Хамельна покинули город, отправились вместе с чуваком, который был в красивых одеждах. Вот так вот. А почему, как и что конкретно, там ничего не сказано. Плюс ко всему, вот эти дети Хамельна, что под ним я подразумевала, тоже непонятно. Это, возможно, не маленькие дети были какие-то, а это уже более взрослые такие, ну, как бы юноши, да, или там девушки, которые просто-напросто пошли, ну, по своей воле пошли, куда-то там ушли. Там просто есть такая теория, что, мол, в то время хотели расследовать, ну, как бы, как сказать, экспедиция шла на, куда там, получается, на запад, да, на запад поехали, пошли они, нет, не на запад, на восток они пошли экспедицию, и они собирали людей, чтобы там, как бы, на востоке основывать новые города и так далее. И они, были люди, которые красиво одевались, они были, как-то сказать, ораторами и приходили в различные города, выступали как-то сам, так публично, и призывали молодых людей, типа, давайте, идем на восток, там будет новое поселение, новая жизнь, новая работа, новое все, короче. Вот. И многие эти молодые люди, они как бы соглашались и выходили из своих городов маленьких, чтобы найти, как сказать, пойти за счастьем в новом месте, так сказать, да. Вот, и подтверждение этому было то, что в Румынии, потом где-то в Польше, еще какие-то самые там, в тех вот восточных местах, ну, в смысле, восточных вот Германии местах, там встречаются фамилии, которые чем-то напоминают название Хамель, ну, то есть Хамельский, там, что-то такие фамилии, которые, ну, как бы говорят о том, что человек как будто бы приехал из Хамельна, то есть это, ну, типа, ты кто такой, да, как бы я там, Георг Хамельский, я приехал из Хамельна, да, значит, ты будешь Хамельский, вот типа такого, вот, еще, но конкретно, как бы, там ничего не сказано, там еще было сказано, что они, как бы, потеряли след этих детей где-то там в каких-то горах, то есть, в каких конкретно горах, тоже там на востоке, там есть две, получается, горы встречаются, и там идти, получается, к одной горе, там, если пешком идти, то где-то часа два, в принципе, да, то есть, как бы, если дети реально шли, то они могли бы там дойти до этой горы, в принципе, да, там, и там, ну, если было реально такой случай, что там похищение именно маленьких детей, то там реально мог человек-то увезти этих детей вот в эту гору, и там, как бы, их там что-то с ними делать. Но в этом, какого в писании от братьев Гримм, ну, вот, которые там сказку по каким эти самым придумали, по этим сказаниям, они же, эти братья Гримм, они как бы пытались как бы более достоверно что-то такое сделать, да, они там опрашивали там этих людей различных, что там, вот, очевидцев, так сказать, пытались найти, которые предания это рассказывали. Вот, и кто-то там рассказал, что, мол, до следующей горы дошли, как это называлось, на как это называется, не помню, как это называется, короче, они дошли, типа, до следующей горы, а до следующей горы идти уже часа, если пешком идти, то часа, наверное, 3-4 идти. Если дети пойдут маленькие, ну, как по сказке, там же маленькие детки пошли, то есть от 3 до, не знаю, не помню, сколько это лет, короче, то есть, получается, 3-летка, да, должен пройти 4 часа пешочком, вот это расстояние, да, и, скорее всего, это было уже не 3-4 часа, а уже, допустим, часов, там, 5-6 часов, да, то есть по времени. И смогли ли бы дети такие маленькие выдержать такое большое, как бы, расстояние, реально? Скорее всего, не могли. Поэтому считается, что, возможно, это все-таки были не маленькие детки, а вот именно вот взрослые. То есть дети Хамельна, ну, как бы взрослые люди, они там, ну, просто-напросто дошли до этой горы, а дальше разбрелись по своим, как бы, ну, другим, как бы, делам, так сказать, да?
Непонятно, что там дальше с ними случилось. Вот. Но братья Гримм, конечно, захотели создать какую-то драматическую историю. И получилось так, что дети — это маленькие детки, что их украл безжалостно какой-то там гипнотизер и так далее, и так далее. Вот. Так вот и получилось. И вот тогда это и такие вот как бы исторические, как сказать, ну как, узнать бы точную, что там реально было на самом деле, как бы, откуда пошла вот эта история, было, на самом деле было очень интересно. Та же самая сказка о старике и рыбке. Наверняка была какой-то, как будто бы реально был какой-то такой случай, да, и вот его, ну, его как бы немножко в красивой форме описали, да, и получилась такая сказка. Откуда она берется с самого начала, вот это вот, интересно было бы, конечно, знать, но... Хрен поймет, как мы это узнаем. Ладно, поехали дальше. Это уже полчаса уже идет, и я буквально пару комментариев прочитала. Надо ускориться. Недавно сделан перевод адаптации двух Алис, поэтам Клюевым, что, мне кажется, заслуживает внимания. В любом случае, хорошим книгам не мешает иметь несколько переводов. Да, Клюевый. Надо будет запомнить, посмотреть, какой, как он почитал. Так, Клюев. Опа-на, я запишу себе. Будет время, почитаю. Значит, куда мне это записать-то? Фух, так, Клюев, Алиса, перевод, воды. Мне просто нравится сама Алиса Завикали, Алиса Чудес. А, вот, и мне любопытно это все. Поехали дальше. Спасибо за это, за наводку. Спасибо вам за ваш труд, очень полезное видео, пожалуйста, по поводу тайпа. Так, как называется приложение? Фотошоп же. А, знаете, где скачать? Если да, скажите, пожалуйста. Пыталась скачать, но не получается. Об этом я уже кучу раз говорила. Ссылку оставляла в предыдущих в этих роликах, где найти фотошоп. Там став для по манге от нашей команды, там узоры для фотошопа, сам фотошоп 2018 года. Ну, или либо сами ищите в этом самом торренте. Пип, подскажите, как сделать так, чтобы я взаимодействовала с помещенными рисунками, а то выходит ошибка и ничего не могу делать. Так, то есть вы включаете Photoshop и не можете взаимодействовать с помещенными рисунками. Возможно, вы их помещаете как смарт-объект. А, сейчас я покажу наглядно. Так, смотрите. Сейчас Photoshop там откроется, а на том экране. С вами перенесу его сюда. Так. Пока что открывается, следующий. А как перетащить, если файл в PDF-формате? Говорят, никак. Нет, есть вариант в PDF-формате. Сейчас тоже покажу. Давайте как раз открываем. Так, вот Photoshop. А, значит, у нас, если мы открываем вот эту картиночку, секундочку, открыли картиночку, вот таким образом, просто взяла, перетащила из, вот так, вот сюда, взяла, перетащила сюда, то получается, что здесь он открыт как слой, слой один, видите? Он обычный, он никакой не смарт-объект, он просто слой. Но если вы... Куда я это убрала? Вот она. Если вы еще раз его тесто притащите... Так, не получилось. Так, ну-ка, вот, Enter надо было. Вот, если вы вот так вот затащите, то видите, здесь появляется такая маленькая иконочка, какая-то непонятная штукенция. Короче, это у нас уже не обычный слой, а именно смарт-объект. Если тут посмотреть, сейчас я перетащу эту самую... выпуску. Вот здесь написано, что поместила встроенный смарт-объект, да, и вот на этом смарт-объекте я не могу рисовать никак, видите, он отображает какую-то ошибку. Если вы вот эту ошибку имеете в виду, то она решается следующим образом, это самое, вот видите, он спрашивает вас, растрировать объект или не растрировать. То есть сейчас это смарт-объект, который вы можете увеличивать, уменьшать, как вам думается, и он качество свое не особо-то и потеряет, в зависимости от того, конечно, что это за конкретно смарт-объект. Если, допустим, это смарт-объект, это самое, который векторный, да, то вы можете его спокойненько там расширять в фотошопе, пока вы его не растрируете. Если вы нажмете «растрировать», то он превращается из вектора, из всех вот этих вот своих функций, он превращается в пиксели, и в этот момент, когда он превращается уже в пиксели, вы, когда будете расширять, он начинает уже работать как пиксели, и начинает как бы терять свое качество. Вот, поэтому прежде чем растрировать смарт-объект, сначала вы его размер подгоните, какой надо, да, а потом уже можете растрировать его. Как его растрировать? Во-первых, можно тут нажать «Ок», и он растрируется. Либо же правой клавишей сюда кликаете, где он написано. Сейчас. Вот, «Растрировать слой». Клик, и он все, теперь он растрированный, и я кисточкой могу дальше на нем рисовать, как мне захочется. Рисовать, стирать, чего угодно с ним делать. Вот. Можно его обратно в смарт-объект превратить, но этого как бы, честно говоря, мало смысла имеет обычно. Так, вот берете его и
преобразовать в смарт-объект. Клик, и он снова смарт-объект, и я снова не могу на нем рисовать. Возможно, проблема была именно в этом. Я, честно говоря, не знаю, что конкретно. Если да, то вот, значит, я вам помогла. Если нет, то напишите, пожалуйста, поконкретнее, что там у вас за проблема, может быть, там скриншот пришлите или что-то там духе. Так, как переключить файл, если он в PDF-формате? Смотрите, PDF-формат. У меня как раз тут тоже PDF-ки есть. Так, давайте. Можно кликнуть там «Файл открыть», да, или «Открыть как», можно и так делать. Либо же просто берем, перетаскиваем сюда, и вот, пожалуйста, у меня в этом PDF-файлике две странички. Я выбираю, какую страничку я хочу открыть, допустим, я хочу открыть вторую страничку. Тут, значит, выбираем все, что нам нужно, там настройки какие-то вам нужны, да. В принципе, здесь все как бы по умолчанию тоже пойдет, как оно есть, так оно и есть. Кликаем «ОК». Окей, и вот, пожалуйста, открыла PDF-формат. Он у меня здесь, фон здесь прозрачный, поэтому здесь у нас кубики такие получились. Поехали дальше. То есть формат PDF тоже можно открыть спокойненько. Так, привет, не могли бы вы дать ссылку на сайте AliExpress на стилус для iPad'ов, пожалуйста? Нет, наверное, не смогу, потому что даже если я дам ссылку, через какое-то время эта ссылка потеряет актуальность. Я вот показала вам этот стилус, да? О, господи, где он там уже? Сейчас приду. Так, вот я стилус это самое показывала уже. То есть вот такой вот стилус с такой вот этой штучкой. То есть вы его просто-напросто... просто пишите в AliExpress стилус. Потому что если я оставлю ссылку, то она уже будет, возможно, через пару месяцев не актуальна, потому что там будет написано, что, мол, мы товар распродали, пожалуйста, там, ищите что-нибудь другое, да? Ну, вот такой вот стилус ищите. А, вы там еще писали активный, для iPad'ов, вы, наверное, имеете в виду активные стилусы. Активные стилусы, это там отличаются от этих, вот это пассивный стилус, да? Активный стилус отличается от пассивности тем, что там есть еще кнопочки какие-то. То есть этот, допустим, он просто-напросто вы тыкаете и возюкаете по экрану, все работает, как будто, ну, просто как ваш палец. А на активном стилусе там еще кнопочки различные есть, которые тоже выполняют какие-то функции. Вот. Я, наверное, какое-нибудь отдельное видео запишу про эти активные и пассивные стилусы. Ну, там потом когда-нибудь. Так, надо записать. Стилусы активные. Так, вот это. А как убрать, если вот этот текст под линиями, если будет большой? Пример, блин, что-то не... Я не очень понимаю, какой пример вы имеете в виду. Ну, в принципе, убирать все как бы по старинке. Просто убираете буквы, то есть, если, допустим, буква, а перед ней линия, да, то получается, вы линию оставляете, а буковку стираете. Вот так вы имеете в виду, наверное, нет? И вот потом, как бы, вот эти вот дырочки от буквы, вот так, букву, допустим, стерли вот так вот, потом вот эту букву стерли, и тут как бы дорисовываете дырки, получается, а линия как бы остается на месте. Можно еще сделать, если линия, допустим, вот буква, перед ней линия какая-то, вы можете лассо выбрать вот эту линию, да, вот эту саму, копировать, вставить, допустим, да, ну, можно копировать, вставить, можно потом маской сделать, по-разному, короче. Просто по маске я еще не рассказывала, да? Короче, это самое. И как отдельный слой сверху накладываете ее, и потом как бы вам гораздо удобнее будет эту вот букву стирать, допустим, да? То есть если вот это как бы отдельным слоем поставить сверху на слой клин, вот так вот. Ну, это надо, наверное, какие-то конкретные примеры делать, но это... Сейчас я не хочу примеры показывать никакие времени. Хочу быстрее с этим вопросом закончить просто-напросто. Найдется пример, покажу. Вот. Да, ладно, поехали дальше. Можно еще вопрос сделать замену? Можно еще вопрос? Можно еще просто сделать замену с учетом содержимого, а потом подкорректировать то, что будет выделяться за текстом. Можно так тоже делать. Просто бывает такое, что когда сложный какой-то рисунок, он начинает настолько там коряво там что-то делать, да, что это самое, что потом, что думаешь, блин, гораздо проще было бы самому вручную что-то нарисовать сразу. То есть проще не исправлять Photoshop, вот эту замену содержимого, да, проще было сделать самому, чем вот это вот, это потом мается. Если рисунок простой, то, конечно, проще так. Короче, там надо, как сказать, со временем поймете, что для вас проще, так и делайте. Вот. Для меня, допустим, в данном случае было проще делать вот так вот, потому что, ну, во-первых, у меня привычка, да, во-вторых, показалось, что так будет легче потом, чтобы не исправлять куча всего другого. Я вообще в Ибисе херачу, убейте меня. Это просьба, потому что вы замучились. Да, Ибиса это приложение на телефон, если кто не в курсе. Да, на телефоне сложновато, конечно, клинить. Так, поехали дальше. Люди, скиньте версию фотошопа для ПК на винде 7 без видеокарты. До винды 7. О, господи. Ну, у меня, в принципе, Windows 7. Я, пожалуйста, это самое. Нет, у меня видеокарта есть. У меня есть видеокарта, да. Она, конечно, не самая новенькая, не самая прекрасная, но все равно есть.
Попробуйте вот этот самый, я ссылку опять-таки оставлю на этот файл, на папку в Google диске, это Савпа по манге, там вот это вот узоры, и там есть Photoshop 2018 года. Попробуйте его скачать, может поможет. Я под описанием видео оставлю ссылочку. Вот. Просто у меня вот эта семерка стоит, это я до ней пользуюсь. Я не люблю десятку, потому что там слишком... У меня у мужа десятка стоит, у сына десятка стоит. Я так маюсь, как-то они там какие-то проблемы с компьютером, это сам. Я там ничего найти не могу, где там какие настройки. Все не так, все не эдак. Какие-то антивирусы сами устанавливаются. Там вообще как кошмар какой-то. Я не понимаю, в чем проблема. Вот седьмая винда, все прекрасно. Все это самое, без моего разрешения ничего не делается. Нет, надо десятку, у нас же это самое... Ужасно, десятка не люблю я. Я не люблю ничего такого нового, да, я люблю какую-то одну версию, полюбила, все, и с ней сижу. Долгое время я сидела под Windows XP, потом мне очень было тяжело с ней оставаться, потому что она все-таки устарела. Да, сейчас вот с семеркой не могу расстаться никак. Ладно, поехали дальше. А почему пользуются ластиком? Разве не проще закрасить кистью? Это, в принципе, проще и так, и так. А почему я там ластиком пользовалась? Потому что... Это как бы проще для понимания, что мы не белым рисуем, а мы стираем как бы буквы. Вот это, ну, как бы, так сказать, ассоциация такая у нас есть, да. Во-вторых, обычно у меня у кисточки какой-то цвет выбран. Да? То есть это, ну, конечно, в манге еще на белый там либо черный, либо белый должен быть, да, причем это самый одной клавишей X, ну, мы можем поменять цвета, допустим, у нас если фон белый, этот самый, а цвет выбран черный, мы нажимаем кнопочку X на клавиатуре, и он меняет местами. То есть фон черный, это самый, а рисуем мы белым, беленьким. Так тоже можно. Просто иногда, когда мы цветную мангу делаем, то там у нас на X обычно выбран какой-то цвет. И если нам, ну, как бы, если мы, допустим, в цветной манге будем стирать, ну, в смысле, рисовать белым, то нужно выбирать все время чисто белый, чисто белый. А бывает такое, что мы выберем не чисто белый, а он какой-нибудь серенький выбрали мы, то есть, ну, как бы, пипеткой выбрали там цвет фона, а он оказался не белый, а серый. Получается, мы потом будем везде серым возюкать, вот так вот стирать. А так у нас, ну, как бы, там этот, если по стандарту поставить, что фон это чисто белый, то у вас всегда этот под рукой будет именно белый цвет. А так это сам, можно там запутаться. Поэтому я привыкла ластиком стирать до белого фона, что-то в этом духе. Ну, короче, это как моя заморочка. Если вы не путаетесь это самое с кисточкой все это рисовать, там цвета вот так и выбирать, то, пожалуйста, почему нет? Я ничего не запрещаю. Все можно, все это. В Photoshop есть много разных путей сделать одно и то же. Так что нравится так, делайте так. Всегда задавался вопросом, как же клинят подобные моменты, и вот. Ответ оказался простым и сложным одновременно. Спасибо. Да, пожалуйста. Надо, да, вот эти примерчики, конечно, было бы побольше сделать. Ну, мне кажется, у меня достаточно примеров, в принципе. Даша, огромное спасибо. Спустя года вышли ваши видео, снизошли до нового поколения. Это, ну да, когда это дело вообще? Ну да. Ладно, поехали дальше. Спасибо большое, ты мне очень помогаешь своими руками. Спасибо, я тоже рада, что мои видео кому-то помогают. Большое спасибо, пожалуйста. А мне дорисовывать нравится. Прикольно делать идеальные клины. Потом можно скидывать их под переводом, чтобы, если люди захотели, тоже перевели. Ага, тоже можно. Но это самое. Ну, типа, как бы другим переводчикам скидывать можно, да. Да, это самое. Если нравится, то конечно, делать. Просто я очень долго эту мангу тоже клинила. Там раньше делала просто идеально тоже эти зарисовки все. А потом так надоело все это дело. Все равно же никто не видит, что там нарисовал так красиво, да? И забила потом это. Ну, работа уже более проще. Упрощала себе задачу. 6.25. Мне стало больно осознавать, что мне еще предстоит столкнуться с печатными сканами. Не обязательно. Возможно, в вашей команде просто-напросто не будут таких проектов. Печатные сканы, это, конечно, да. Это, я так и не рассказала какого историю о том, как я... Не показала, как я доделала клин там супермощных этих сканов там. Который был этот самый чувак, короче, он фанат этого манги, он Ай Май Ми называется, анимешка. И по этой аниме сделали 3 главы манги. И вот я так долго мучилась с этими 3 главами, потому что он
их отсканировал, он их где-то там в Японии это, там, выкупил, да, они пошли в Россию, он их отсканировал на супер-пупер сканере, и там было не 300 ДПИ, а, по-моему, 1200 ДПИ он, короче, сделал вот этих вот, и там прям каждую пылиночку, блин, видно, каждый, я не знаю, там чуть ли не это самое, не клетки вот, и как вот целлюлозы в бумаге было видно, это кошмар был, на самом деле, такой вот это клинить такую штуку, но это, я вот хотела об этом рассказать, возможно, я еще расскажу про нее, потому что, знаете, как она как бы сидит у меня по таким как бы незавершенным делом, и как-то хочется тоже про это рассказать, потому что на это как бы я и хотела закончить вот эти вот руки по клину, в конце концов, потому что как бы я от самого простого как бы до самого сложного хотела довести. Ну, не знаю, запишу я про это, нет, запишу, может быть, как-то запишу. Я уже, честно говоря, толком не помню, каким способом я там, что я там пыталась сделать, да, то есть как я там что набила клинила, как я там... В основном я все вручную рисовала, такое ощущение, что было, что я просто-напросто... Это самое... Я сейчас... Нет, я сейчас не найду. Ах, блин. Ладно, я сейчас вот в картинку вставлю, а потом, когда буду монтировать видео, я вставлю картинку и покажу. Короче, там вот эти вот места черные, они были настолько все, вот эти бумага, она как бы потерлась немножко, и там часть краски отвалилась, да, и получается, что вот эти части краски я просто-напросто опанула, отрисовывала черной кисточку. И было такое ощущение, что я просто-напросто рисую мангу от начала до конца, да, то есть по шаблону, конечно же, то есть если не сама как бы идея какие-то дела, я просто ее отрисовывала, вот это все, вот эти, каждую точечку, каждую линию, это был кошмар. Ну, практически каждую точку, каждую линию, да. Было очень много времени на это потрачено. Поехали дальше. Ну, возможно, что это самое, что вам в команде такие проекты просто не попадутся, и это будет вам, ну, повезет. Вам повезет, если вам такое не попадется. Поехали дальше. Не знаю, как 4 года назад, но вроде еще можно делать резкость через слои и параметры наложения. Вроде бы так даже лучше. Дает возможность включить резкость в реал-тайме. Да, так было тоже и в 4 года назад, и даже больше лет назад такое было. Просто почему-то вот я решила, что надо сначала вот так вот объяснить. Ну вот я не знаю почему. Я сначала думала, что надо людям объяснять вот так, а потом, а если просто будут, если новые какие-то слои ставят, то они там запутаются. Ну да, я думала, что это будет запутано как-то все. Люди будут это самое не понимать, что-то как. А вот теперь я понимаю, что если я сейчас расскажу людям, что есть, оказывается, гораздо круче штука, которая реально нужно пользоваться, вот эти слои как бы новые делать, а не портить слой, на котором вы работаете, то это гораздо лучше. Потому что если я сейчас это расскажу, потому что то люди, которые вот привыкли уже по моим урокам делать вот так и так, они скажут, что ой, а мы уже привыкли, нам вот это вот непонятно, нам это слишком сложно, мы это делать не хотим. А если с самого начала это вот, как бы, вот эту правильную структуру объяснить, то люди с самого начала, у них будет привычка выработана делать вот так вот правильно. Ну вот как-то не подумала я об этом, что надо так вот делать. Решила, что надо простенько объяснять людям. Ой... Так, ладно, ну и можно, соответственно, масочкой потом пройтись в слоях по серым зонам, и они резкостью задеваться не будут. Да, это я хотела, только про маски тоже, как бы, и вот это про все, вот это про слои, вот эти вот резкости и так далее, что можно там корректирующий слой сделать отдельно, да, чем вот это, чем то, как я там делала. И вот эти маски тоже, я это все хотела потом рассказать, но вот так и не дошла. А так вы совершенно правы, это можно тоже сделать, и это надо так делать, потому что это более грамотно, более правильно так делать. Вау, я раньше не читая мангу, наверное, и не догадалась, какой путь проделал этот фрейм. Да, line art. Да, это самое. Да. Вы не представляли раньше, что делали. Обычно, да, когда читаешь мангу, ты даже не задумываешься о том, что там было несколько дней работы, как сказать, потрачено, чтобы там почистить, прорисовать, протайп сделать, этот самый звуки красиво наложить. Потом редактор все это прочитал. Это одна из причин, почему тоже бросаешь вот этот перевод манги, потому что работы как бы много даешь, да, ну, как бы много времени тратишь на работу, а в итоге... А отклик почти что и никакой. Типа, а, спасибо за главу. А некоторые даже начинают жаловаться. Ой, тут могло бы быть и лучше, тут не так сделано, так не момента, бла-бла-бла-бла. Ой, ладно. Начала читать много манг и старых, и новых, и много где нужны клинеры. Вот и решила попробовать научиться. Вот это хорошо, это похвальное. Тут два ответа. Почему их не видно? Почему не видно ответа? Странно очень. Это глюк или что это такое? Не видно ответов. А что делать, если нету перевода? Что у тебя здесь нет перевода? Если вы в команде работаете, то просите переводчика перевести. Если вы сами переводите, то это самое, то переводите сначала сами, сначала переводите, а потом уже делайте. Ну, как бы, если нет перевода, значит, надо бы найти перевод. И либо мучитесь, это самое, дорисовывайте все вот эти вот
места, как хотите. Вот. Всегда думал, что клинеры такое вручную дорисовывают. Ну вот не всегда, да. Здравствуйте. Подскажите, как сказать этот сайт? Что? У меня выходит только платная версия. Помогите. Так, это что за сайт? Клин диалог на фоне на прозрачном облачке. Как сказать этот сайт? У меня не выходит. Честно говоря, я не очень понимаю, что, о чем идет речь. Надо видео пересмотреть, потом сам посмотрю. Короче, отвечу человеку так в письменном виде, потому что я не понимаю, о чем идет речь. Огромное спасибо за ролик. Очень помогает для начинающих клинеров. Ага, пожалуйста. Можно, пожалуйста, шрифт на вжух? Да, шрифт на вжух. Попытаюсь найти, либо там сами посмотрите, пожалуйста. Там я, когда снимаю видео, я вам показывала, что, мол, там есть в фотошопе два места, где можно увидеть название шрифта. Вот пересмотрите, пожалуйста, и там увидите, пожалуйста, этот сами самостоятельно. Потому что мне не очень хочется время на это тратить. Будет время, покажу, отвечу. Нет, так нет. Все ж еще буду ждать ваших уроков. И удачи вам. Надеюсь, все складывается хорошо. Все, в принципе, складывается хорошо. Спасибо вам за поддержку. Так, скажите, пожалуйста, если я нарисовала огромными буквами «Дон», а на нем нужен линейный градиент на половину слова, но когда я накладываю обтварочную маску, как так называется, все со словом пропадает. Как в таком случае быть? Так, все со словом пропадает. Вы, видимо, не это самое. Все со словом пропадает. Все со словом пропадает. Как в таком случае быть? Тут сложно понять, что конкретно вы там не делаете не так, потому что видеть бы процесс, как вы это кликаете. Возможно, у вас обтварочная маска, она не на тот слой накладывается. Возможно, там какая-то другая проблема еще. В чем еще может быть там проблема? Этот слой, допустим, выше, чем обтварочная маска. В чем там еще может быть проблема такая? Обычно это какая-то проблема со слоями, то есть местоположение слоев у вас какое-то неправильно. Посмотрите, пожалуйста, как у вас слои расположены. Нужно, допустим, вот слой «Дон», вот этот текстовый слой, да, это вот это оно, да, и обтварочную маску вы накладываете на него. Блин, надо попробовать это сделать. Давайте я запишу, возможно, как мы сделаем этот самый видеоурочек такой небольшой, как делать обтварочную маску правильно. Потому что про маски я уже говорила, что я хотела отдельно эту тематику тоже заснять. А обтварочная маска на текст. Так, обтварочная, как она называется, блин? Почему она так сложно называется? Что это? Какое слово произошло вообще? Так, маска на текст. На текст. Пол градиента. Пол текста градиента, да? Пол градиент. Градиент. Пол текста. То есть только половина текста градиента, остальное как бы должно быть обычное. Попробую такое тоже показать когда-нибудь. Так, поехали дальше. Спасибо большое, очень полезная информация, понятно и ясно объяснено. Пожалуйста. Скупой платит дважды. Это у нас блок по полосам неудач с кадрами. А, ну смотрите, там, вкратце расскажу, там, короче, я купила себе принтер, более, как сказать, интересненький, он там хотя у меня под столом лежит, я сейчас фотку его покажу. Короче, я купила вот этот принтер, это самое, он у меня... Там этот самый панель, эта тачка панель, она не работала. Я ее хотела заменить, но отдельно она не продавалась. Я купила такой же принтер бэушный, этот самый, ну там по дешевке тоже, там я не помню по какой цене, но очень дешево получилось. И из этого принтера, там он был какой-то поломанный, там какая-то, что-то не печатал он, короче. И тот принтер я взяла. Получается, из двух принтеров соединила один принтер, то есть эта тач-панель отсюда взяла, поставила в свой тач-панель, поменяла, и он начал работать как обычный стандартный принтер. Потом, значит, картриджи, там, это самое, там, с картриджами тоже у меня там проблема была. А, тут и с картриджем была проблема, да? Да, это другое. Все, забудешь, что я сейчас сказала про этот принтер. У нас тут проблема с картриджами была. На Canon Pixma, это еще совсем мой старый этот принтер, который я покупала еще когда в школе училась. Вот, и там с этими картриджами, ну да, там этот самый, вот, я покупала обычно эти, не оригинальные каноновские картриджи, а вот эти вот, как сказать, дешевенькие аналоги. Но я бы не сказала, что я там дважды прям заплатила. Они же потом мне деньги возвращали, в конце концов, так что... Не было там такого. Я просто вот эта фраза такая, скупой платит дважды. У меня, на самом деле, я очень много пытаюсь купить вот по дешевке, что-то бэушное купить, еще что-то такое. И вот из всего, что я купила, не знаю, процентов, наверное,
5, наверное, может, даже меньше. У меня как бы получилось так, что у меня не получилось выгодно это сделку такую сделать, да, то есть там что-то было совсем так поломано, что там деньги не вернулись. Допустим, из последнего, что такое, что у меня сейчас было, что-то там мне пришло такое. А, матрас. Матрас я заказала, мужу матрас. Значит, есть тут в Германии так называемый ретур. Ретур – это, получается, кто-то купил вещь, и потом это сама, она ему как-то не понравилась, он, возможно, даже не распаковывал, и просто она просто отправила обратно. Возможно, он там неправильный цвет пришел, неправильный размер пришел. Возможно, он сам, этот заказчик, он такой, он заказал там такой размер, а это самое. Потом, когда пришло, такой, ой, а мне, оказывается, другой размер нужен был, да? Короче, по какой-то причине он вернул этот товар. Товар, в принципе, в идеальном состоянии находится. И я вот такой матрас купила мужу, то есть обычно матрасы, они стоят там 150-160, такие матрасы, а я его купила за 80 евро. А нам он пришел этот матрас, мы его распаковали, он оказался слишком мягкий, для нас слишком мягкий. Мы хотели этот самый, жесткости большую для мужа нужна, а он какой-то мягкий, он даже мягче, чем мой. У меня жесткость H2, а у него этот типа H3 купили, но он мягче, чем мой оказался. Возможно, по этой причине этот предыдущий тоже отправили. И я говорю, пишу этому продавцу, мол, что так и так мы хотим вернуть этот товар, потому что матрас, потому что он слишком мягкий, ну, не подходит по нашему, к нашим, ну, к нам не подходит. На что мне продавец пишет, что, мол, вы купили ретур товар, поэтому вы не можете его вернуть. А я до этого покупала много уже ретур товаров, не у этого продавца, а у других продавцов различные, да, там это разные есть. И всегда, ну, можно было делать обратно, как бы, вернуть товар. А здесь спаться не получилось. И получается, что мы с этим товаром так и остались. То есть 80 евро потрачено, а матрас слишком мягкий. Ну, мы сейчас, конечно, решили проблему. Там мы поменяли матрасы. У сына младшего оказался матрас очень жесткий. Мы поменяли местами, получается, матрас сына младшего и матрас мужа. Местами поменяли, и получилось как бы хорошо. То есть у этого мягенький матрасик, у этого жесткий матрас. Вот. Ну, тоже как бы не совсем то, что хотелось, конечно. Но как получилось, так получилось. Вот. И это к чему говорила? А, ну и к тому, что вот это как бы, знаете, то есть вот таких вот случаев, когда вот я, так сказать, лоханулась, так сказать, на вот это, на покупке чего-то дешевого, их очень-очень мало. То есть на Алиэкспрессе, когда я что-то заказываю, там за все вот время, что я заказывала, там уже лет, наверное, 10-15, наверное, если даже не больше заказываю там на Китае что-то, там у меня... Не знаю, ну, наверное, евро на 20-30 было каких-то возвратов, причем вот те, которые не вернули мне деньги, да, то есть, ну, то есть там были какие-то возвраты, которые возвращали деньги, а были парочку возвратов, где деньги по какой-то причине не вернулись. Допустим, пару раз было такое, что слишком поздно подал заявку на возврат, и уже как бы сказали, ой, все, профукали, все. Некоторые продавцы там что-то игнорили. Но, говорю, это было так мало таких случаев, что это, что я бы не сказала, что я плачу дважды за какие-то вещи такие вот дешевенькие. Ну, я умею, по крайней мере, в этом плане разбираться. Есть товары, которые я, на которых я не буду экономить, да? Есть товары, на которых я буду экономить. То есть это тоже категории различные. Но это уже тема отдельного разговора, отдельного видео. И я думаю, что это, в данном случае я уже не буду об этом разговаривать. Не буду проводить более конкретные примеры. Поехали дальше. Так, хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, сердечко. Спасибо. Аплодисменты мне. Здравствуйте, а вы купили Photoshop и на компьютер? Нет, я не покупала Photoshop на компьютер, я его скачала на торренте. Видео прекрасно, спасибо огромное, но можете посоветовать приложение для клинеров манги. Посоветую, но в отдельном видео, это будет, скорее всего, следующее видео, которое я запишу. Когда оно будет, я не знаю, но оно будет. А какое это приложение? Это Photoshop на компьютер. Будут новые видео? Вот они новые видео. Так, пошли потихонечку, оживляемся. О, вы ожили. Спасибо за ваше познавательное видео, которое мне помогли. Пожалуйста, да, я ожила. Ладно, ну как раз мне тут уже почти час болтаю. И все, мы закончили. Мы дошли до самого верха. Я ответила на все комментарии. Все. Спасибо вам за ваши комментарии. Пишите еще больше вопросов, задавайте. Потихонечку буду возвращаться, буду расширять эту самую тематику, буду потихоньку отходить от манги, как я уже говорила в самом начале. Но это сам... Какие-то примеры я говорю, что на инструкции записала, что нужно будет еще раз рассказать. Про маски, про типа, это самое, про какой-то шрифт, что-то еще хотела сказать. Ну, короче... Будут еще тематики, которые для клинеров и тайперов манги тоже будут подходить. Так что оставайтесь на моем канале. Всем до скорого, всем всего приятного и хорошего. Счастливо!